И вот мы приехали на пляж Капотаж. Там здесь машины паркуются, все забито. Чуть парковку нашли. Здесь прям привозят здесь. Из Каши возят. Калкана, автобусы. Такой вид сверху. Да, прям между Кашем и Калканом. 11 километров от Калкана, получается 20 от Каша. Пришли мы поесть кебаба из курицы. И такую вот они штуку классную подают, горяченькую, прям такую надутую. Хлеб. Очень нам нравится. Попробуем сейчас. И вот такую принесли шпажку штучка куриного. Так, они вкусно делают. Стоит она 22 лира. Это 4,5 евро. This is a story of my spreading disease. The when you say it's over, it seems shorter than it is. Well, I spent a whole year longer in admitting to myself. That the one I always loved was the one who drove me mad. It started in April, maybe in June. It was a quite cold warm afternoon. As I saw your blonde hair, the words red shoes. Rush your blood to my head, you know what to do. So I stopped to the park and adjust my clothes. Become colder and warmer than before. As I see you in the eyes, I had no doubt. What I would search that finally found. Тут, ребят, смотрите, какой я раритет увидел. Неожиданно. Ишь, планета спорт. Этот мотик я помню, как я на нем в детстве катался в деревне у бабушки. Оказывается, он доехал даже до Турции. Турки, видно, их тоже хорошо брали. Мотоцикл, наверное, лет 30 с лишним. Или 25 где-то примерно. А он еще целый невредимый. Работает российский. Планета.
здесь на пляже уже все готово к туристическому сезону. Вспоминаю это местечко, как раз пляж отеля Fame Gnew, где я был первый раз 14 лет назад. Такой раритет увидел, американский, на базе Chevrolet Автодом, на турецких номерах. Качается, значит, в нем кто-то живет, красавчик. Хозяин, наверное. Hello, your? Oh, he's good. Yes. Not good. I do self. Ah, self. Self color, new color. Ah, new color. Yes. Ah, which year? And which year? Oh, that's old, old. 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 40 before? Yeah, 40 years. 40 years ago. Yeah. 40 years. The last electric mechanic, last model. Ah, last model. Last model. After change. Ah, after change. Computer. Ah, yes, 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 yes. Computer пошли. Injector. Yes. And so, this is so last. You have trip only Turkish or another country? Another country. Another country. More country. Yes. Yeah. Okay. Where you come from? Russian. Oh! Ducato. Ah, Ducato. I don't like the new old plastic. Not that. Oh! Old plastic. Oh, that's good. Volvo. Volvo. Yeah, I like it there. It's big inside, like big. Like big. Yeah, it's big, it's good. Yeah. Because motor, engine, 8-cylinder. Eight cylinder. Ah, it's strong. Yeah, 5 pounds 7 liter. Ah, 5 pounds 7. Ух ты, вау. А газ? Газ? Газ. Ой, блин. 5,7 мотор у него такой. Русский, знаете, русский? Чуть-чуть говорю по-русски. Английский, германский, итальянский, французский. Чуть-чуть. Говори. А, потому что я говорю хорошо фамилия сюда, да? Ага, семья. Русский. Ага, да. А, потому что много наркотик. Здесь? Алкоголик. Here, сюда. Здесь, да? В Кемере? Да. А, я даже не знал. Мне интересно. Wow. А где вы путешествуете на нем еще? На кемпере? Где еще? Where? Is, Where I go? Yes. No, I go always. Always. All Turkey. Before I live in Switzerland. А, Switzerland. Ага. Швейцария. В Швейцарии жили, да? Очень много лет я... Работа в Швейцарии. А, в Швейцарии работали много лет. Для собаки. С собакой. Ягоды уже созрели сегодня. Такие вкусные. Это как бюльдемен, стоит 1 евро. Приехал в местечко Олимпус, оно, конечно, туристическое, все расписано, красиво, отельчики. Вот здесь как-то мы 3 года назад были, цены были хорошие. Ну, как нормальное туристическое место. Дойду до пляжа, уже во всю сезон начался. Вот здесь в горах все, бунгало сдаются в аренду. Напоминаю, где-то Гоа, наверное. Вот дошел до входа, здесь вход платный, 10 евро стоит туда развалин с пляжем. Парковку. Бурсен приехал, автодом. Пойму, что за номера какие-то. По-моему, швейцарские. Въезд в город Камлука. Такая вывеска интересная висит. Помидоры такие сочные. Сделали так. Такой вид красивый открывается. Это на Демре. Вот
так вот мы стали стоять автодом, сняли апартаменты. Здесь гористая местность, поэтому вот хозяин, кто нам снял апартаменты, нашел такую парковку. Здесь горки везде, это около апартаментов невозможно автодом поставить, поэтому мы оставили его здесь. Вот так я завтракаю, вот с таким вот видом, каждое утро. Апартаменты мы сняли за 300 евро в месяц, плюс 70 евро за электричество. Это май месяц. В июне цена повыше была, потому что начался сезон. Апартаменты стоили 500 евро и 70 евро за электричество. Внизу парковка. Бассейн, правда, налили попозже, только в конце мая. Но все остальное было супер. Я приехал в местечко Гёрджик. Яхтенный центр в Турции. Городок очень маленький, его можно буквально обойти за час. На велосипеде объехать за 15 минут. Здесь никто не пристает туристам. Спокойно гуляешь, идешь. И какой-то такой центр нетипичной Турции. Казани. Вот решил заехать на пляж. Что интересно, пляж, который я нашел на карте, Maps.me, называется Rixos Secret Beach. Он закрытый, на нем нельзя, он частный. Я вот нашел какой-то другой, он даже на карте не показан. Охранники показали, говорят, идите, говорит, съездите туда, купнитесь, там 2 километра отсюда. На карте его нет, и он расположен в таком красивом месте, в бухте яхт-клубов, где стоят яхты гонщик. Сильно зашел букетик купить цветочков. Милую не видел месяц целый. И вот у них такие же магазинчики цветов. Вот она мне сейчас букет собирает. Букет будет стоить... Один такой цветочек стоит доллар. Букет стоит 5 долларов. Вот такие цены здесь.